Всем привет! Сегодня хочу вам показать свой последний заказ косметики Faberlic по каталогу номер 16. Из новинок заказала себе серию My Honey, жидкое мыло для рук и крем-гель для душа. У этой серии очень приятный медово-восточный аромат. Этот запах мне напомнил мой любимый аромат Max Mara, который я просто обожаю. Первое, крем-гель для душа. С этим очень приятным восточным ароматом. Он нежно, деликатно очищает кожу, не пересушивает ее, а наоборот увлажняет. Идеальный крем-гель для душа на зимнее время года. И второе, жидкое мыло для рук, которое я так люблю, с дозатором объемом 300 мл. Также очень приятный аромат, очень хорошо, нежно очищает кожу рук, увлажняет ее и оставляет этот приятный восточный аромат. Замечательная серия и как вариант на подарок очень хорошая. Мне она очень понравилась, смело ее могу вам порекомендовать. Следующее, взяла себе пену для ванн. Вообще люблю принимать ванну с пеной, она у меня расходуется на ура, и на этот раз я взяла себе релаксацию мышц, успокаивающая пена для ванн. У нее такой нейтральный, действительно успокаивающий аромат, она мне очень понравилась, хорошая пена и стоит копейки. Также по хорошей скидке взяла себе концентрированную пасту из серии Expert Faberlic, это плюс 200%. Один тюбик приравнивается к 4 обычной зубной пасты. Как всегда, в составе данной зубной пасты идет кислородный комплекс, также идет масло австралийского чайного дерева и экстракт голубого кипариса. Действительно хорошо данная зубная паста очищает зубы и освежает дыхание. Также, как я уже сказала, досталась она мне за копейки, но могу смело порекомендовать. Все пасты от Expert Faberlic достойного качества и хорошо работают на зубках. Сегодня на ноготочках у меня мой новый лак от Faberlic из серии Secret Story. Бордовый люкс. Я давно себе хотела на зиму именно такой темно-красный лак с блесточками. И нашла такой оттеночек у Faberlic Secret Story. Артикул данного цвета 7282. По качеству он неплохой. Довольно-таки долго держится, на моих мягких ногтях держится 3 дня, а с закрепителем и того больше. Текстура довольно-таки густоватая, его нужно быстро наносить. Сохнет он не очень быстро, у него такая плоская широкая кисть, ей удобно наносить, и яркость цвета уже идет с первого слоя, с первого нанесения. Сегодня у меня данный лак всего нанесен в один слой. И вот такой яркий, красивый результат получается. Целым качеством и оттенком я осталась очень довольна. И могу также вам смело порекомендовать данные лаки. Также впервые из серии Dom Faberlic заказала себе вот такие универсальные антибактериальные салфетки для уборки в доме. И осталась ими полностью довольна. Очень много читала положительных отзывов и к ним присоединяюсь. Это, как я уже сказала, у меня универсальные антибактериальные салфеточки. 40 штучек идет в упаковочке. Они пропитаны эмульсией, которая с легкостью очищает любые моющиеся поверхности. То ли пол, то ли сантехнику, то ли бытовые предметы. Даже с помощью данных салфеточек я протираю наши с мужем ноутбуки. И они не оставляют никаких разводов. Очень у них приятный аромат. Хорошие салфетки также могу смело порекомендовать для уборки. Вообще обожаю любые влажные салфетки, то ли для рук, то ли для уборки, то ли для лица. И последнее, о чем я вам сегодня расскажу, это серия от Faberlic Сенгара. Давно хотела попробовать все данные средства, не сдержалась, заказала. Тем более по 16 каталогу были просто замечательные скидки. Данная серия Сенгара идет на основе бактериофагов и пробиотиков, которые я так сильно люблю и постоянно принимаю внутрь для улучшения микрофлоры и нормализации работы желудка. И первое, что мне попадается под руку, это гель-спрей для очищения воздуха Monarda Plus объемом 200 мл. Довольно-таки удобный распылитель. Там, где вы находитесь в помещении, вы орошаете воздух, он моментально улучшается и увлажняется. Сразу вам становится легче дышать. Это первое. Также данный спрей убивает все вредные бактерии, поэтому снижает риск заболевания вирусными всякими болезнями. Также он нейтрализует все неприятные запахи. И самое важное и основное, что делает данный спрей,
это он проявляет высокую активность в уничтожении вредных плесневых грибов, в том числе и черной плесени. Это подтверждено клинически, поэтому данный спрей очень часто используют в больницах для уничтожения всех вредных микроорганизмов. Мне очень понравился данный спрей, я его использую и в той комнате, где мы спим, где мы находимся, могу попрыскать им и в туалете, и в кухне, и он действительно нейтрализует все неприятные запахи и действительно улучшает качество воздуха. Следующее от Сингара, вот такой спрей Fresh, идет для лица, шеи и области декольте. Данный спрей идет на основе аргинина, он уже идет на втором месте после водички. И данный спрей хорошо освежает и увлажняет ваше лицо. Можно использовать его как поверх макияжа, так и просто распылять на кожу. Действительно, сразу кожа становится увлажненной и освежается. Хороший спрей, но в зимнее время года я бы не рекомендовала его наносить непосредственно перед выходом на улицу, чтобы не заморозить ваше личико. Следующее средство от Сингара, вот такой гель для снятия макияжа. Он содержит комплекс бактериофагов, пребиотиков и фитокомпонентов. Рекомендуется для снятия макияжа лица, в том числе из кожи вокруг глаз. Улучшает показатели естественной микрофлоры кожи, увлажняет ее и снижает риск возникновения раздражений на коже. Я бы рекомендовала данное молочко, это я бы сказала не гель, а молочко, потому что он белого цвета и напоминает все же мне молочко для снятия макияжа. Использовать после умывания. Наносим на ватный диск и протираем вашу кожу. Тем самым убираем остатки косметики, которые остались после умывания. Улучшая микрофлору самой кожи. И после использования данного молочка я наношу вот этот спрей энергетик. И никакого дополнительного нанесения крема на мое лицо не требуется. Кожа увлажненная, напитанная, в нормальном состоянии и не провоцирует никаких высыпаний. В целом я осталась довольна этими продуктами. И последнее средство от Сингара, вот такая вот малютка гель пропионика для проблемной кожи, который понравился мне меньше всего, чем все предыдущие продукты. Сейчас объясню почему. Видимо, потому что я ожидала от него какого-то чуда, и что он моментально избавит меня от всех высыпаний, просто раз и ничего не будет. Такого не произошло. Заявлено, что он увлажняет кожу. Да, действительно увлажняет, он ее не пересушивает. Улучшает ее внешнее состояние, да, улучшает. Также он оптимизирует состояние и функцию нормофлоры кожи, способствует нормализации работы сальных желез. Вот с этими свойствами он и справляется, как его нужно наносить. Можно нанести локально, как я делала. Тогда, мне кажется, эффект не такой хороший. Лучше, если у вас просто проблемная кожа, но особых высыпаний таких явных, сильных нет. Просто наносите на ватный диск 2 раза в день и протираете проблемные места, там лоб, носик и подбородок. И тогда просто не будет появляться новых проблем, новых высыпаний. И будет улучшаться внешнее состояние кожи. С этим он справляется. Но это не панацея в борьбе за чистую кожу. Поэтому смотрите сами, брать или не брать. Вот и все, что я вам сегодня хотела показать из косметики Faberlic. Всем спасибо за внимание. Также хочу вас поздравить с наступлением зимы. Пожелать вам крепкого здоровья, красоты внешней и внутренней. Всем пока-пока, до новых встреч!